я не верю, когда мне пишут, что в России зарплата у работяги 350 тысяч рублей. Мне такие комментарии можете даже не писать. Достаточно открыть вакансии на Магнитогорском металлургическом комбинате на одном из самых богатейших предприятий России и увидеть, что разнорабочему там предлагают 35 тысяч рублей в месяц и выше. 80 тысяч рублей там считается очень высокая зарплата. Сотку там получают уже сталевары, у которых идет горячий стаж. А чтобы в России шел горячий стаж, это не просто так дается. Кто родом из Магнитогорска, те понимают меня. И в последнее время таких персонажей много, которые мне пишут: «Вася, я работаю простым работягой, у меня зарплата 350-500 тысяч рублей, я ничего особо не делаю, купил себе 5 квартир в Питере». Не верю. Тогда бы кремлеботы не пошли работать. Сколько у них там? МРОТ плюс их кормят, вроде что-то такое. Или чуть повыше. Никто бы тогда не пошел кремлеботом работать. Если бы были такие условия в России, мне, бывшему россиянину, не нужно рассказывать. Я не поверю никогда в такое. Ну и судя по комментариям, россияне сами тоже не верят в такие комментарии. Поэтому